запланированы на следующую весну. Да я в пробках. Упираемся в набережную. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Третья Волга. Александра I. Но кто когда прислушивался в этом городе к жителям? Теперь здесь у нас есть ресторан «Парк культуры». Место со всех сторон респектабельное, но при этом игривое и как-то даже толково вписано в набережную. На двери значок был «Гранди Экс» на выгорание собаку без хвостов. Несмотря на 11 часов здесь битком, я ей притулилась за самый крок на летальный столик. Зато из моего угла можно было оценить весь дизайн. Публике сразу видно, но какой-то был нужный принципиально другой. У нас ведь как, если заведение с претензией, то это везде ощутимо, чтобы гость себя почувствовал червем. А здесь вроде и видно, что специальные люди подумали над пространством, но получилось как домашним, как будто оказался в гостиной современного работорговца, у которого, правда, нудно. Все едят яичницу на 400 рублей, запивая смузи и белым вином. Я пью один пиховый чай за 235 рублей и жду 12 часов, когда начну принимать заказы по основному меню. Когда часы пробили в полдень, решил остановиться. У окна столик и заказала заснять говядину за 450 рублей и пейзаж. Выглядел тартар здорово, уж явно. Положение определено.
Алло. Не, не сдался. Ну, да, еще есть время, проезжал по набережной, решил, не смог мимо проехать, решил остановиться, заснять набережную, заснять пейзаж, Волгу. Вот, сейчас вот там стадион на противоположной стороне виден. Не на ласточке, я этот, другой какой-то. Я не знаю, сколько ласточка по времени идет. Ну сколько, часа три? Ну да, я за 950 рублей купил. Ну нет, я на обычном, на фирменном поезде в плацкарте 5,5 часов ехать. По прибытию, да ладно, все-таки 400 километров, или сколько там, 380, 350, я точно не помню. 400, по-моему, где-то так. Может, 450 даже. Начал читать, но что-то этот, ну не смог, там то навигатором пользовался, то читал. Сейчас вот остановился, сейчас прочитаю. Посмотрим. Это по пути. Да. Ну да, но мы договорились на вокзале встретиться. Я на вокзал поеду. Угу, да. Хорошо. Угу, давай. Положение определено. Что перебить его отдельно от отдельный билет будет нереально.
Артур Мурадян. Добавлю, что цена на авиабилеты в Норвинг на высшем чартерном рейсе немногим дешевле, чем стоимость перелета регулярными рейсами других авиакомпаний. В числе других чартерных перевозчиков, которые уже перешли на регулярные рейсы, Азур Эйр и Айфлай. В магазинах России резко выросла стоимость MacBook Pro сразу после вчерашней презентации Apple, где компания представила новинки. До презентации старая модель MacBook Pro стоила в среднем 96 000 рублей, но теперь минимальная цена 109 990. Профильные магазины Apple просто подогнали цену старых моделей под новинки. Последнее яблоко ценовой политики стало ответным шагом на давление китайских производителей, считает главный аналитик хай-тек Mail.ru Дмитрий Рыбинин. Дело в том, что рынок в последнее время меняется, и особенно сильно это видно по крупным игрокам типа Apple. Они стараются выбрать совершенно другую стратегию, нежели китайские бренды. Мы видим, как Apple, Samsung и некоторые другие игроки уходят в верхний ценовой сегмент, повышают среднюю цену и в итоге улучшают маржинальную ценовую динамику. Это совершенно противоположная стратегия, то, что мы видим у китайских производителей, и это очень правильно. Конкуренция очень большая, и Apple это хорошо понимает, в итоге повышаются цены. Причем, если вы заметили, цены повысили в среднем не только на компьютеры, то есть на ноутбуки и планшеты, но ранее в среднем повысили цены и на смартфоны. Таким образом, Apple... Еще один красивый город, Нижний Новгород. Больше порог $1000 не является... Казань красивый, Нижний Новгород красивый. Дмитрий Рябинин. В России новый MacBook Air будет стоить дороже, чем в США, где его цена $1199, примерно 80 000 рублей, то есть на 25 000 дешевле, чем в России. Причина в региональном факторе, отмечает директор по маркетингу компании «Системный софт» Руслан Галко. Цена на технику в большинстве случаев в России выше из-за курса доллара и ставки НДР. И как мы понимаем, что сейчас рубль находится не на самом своем пике, поэтому цена на технику может быть дороже. И в тот же самый США, цена на технику отличается от штата в зависимости от размера налоговой ставки. Как я думаю, на самом деле повышение цен на технику не связано с этим потому что, в принципе, на самом деле главный там, для товара, для компании не подняла цены, а как мы понимаем, MacBook и впереди камера. Ограничение 60. Справа Волга, слева АК. Под нами Гребневский канал. При этом сюрстреминг отнюдь не самая отвратительная еда на выставке самой отвратительной еды. Есть музеи и другие... Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Почему-то есть. Натта – традиционные японские перебродившие бобы. Хакарл – вяленое мясо гренландской акулы. В сыром виде ядовито из-за высокого содержания мочевины. Наконец, зловонный фрукт, запрещенный во многих аэропортах Юго-Восточной Азии. Но вонючими продуктами музей не ограничивается. Отбор блюд осуществлялся по четырем категориям – запах, вкус, текстура и бэкграунд.
За специфический вкус на экспозицию попали, например, дрожжевая паста Vegemite, которую обожают австралийцы и не переносят все остальные, а также лакрица и ротбир. Здесь же оказался единственный продукт, имеющий отношение к России. Кумыс – традиционный для многих народностей напиток из кобыльего молока. В свою очередь, мерзкой текстурой особо отличились американские консервы спам и джелла салат. Салат из желе. Представлен ли на выставке холодец, не сообщается. Самая обширная категория отвратительности – бэкграунд. Туда попали все продукты, производство, подача или способ потребления которых вызывает у многих отвращение. Лучше сразу разобраться с самым мерзостным, поэтому слабонервным лучше приглушить приемники. Итак, три писка. Традиционный китайский деликатес из живых новорожденных мышат. Почему три писка? Один, когда хватаешь мышонка палочками, второй, когда макаешь его в соус, и третий, когда кладешь в рот. Тут же рядом так называемое мышиное вино. Как текила со змеей в бутылке, только вино из утопленными мышатами. Якобы приносит здоровье и долголетие, точно вызывает рвотный рефлекс у иностранцев. Перечислять экспонаты с особо отвратительным бэкграундом можно очень долго. Вареные утиные яйца с полусформировавшимися утятами. Кассу марту, традиционный на Сардинии овечий сыр с живыми личинками. Сырой бычий пенис. Сушеные летучие мыши. Жареные морские свинки. Кофе лювак, зерна которого пропускают через пищеварительный тракт малайских куниц. Шотландские бараньи желудки с потрохами под названием хаггис. И прочее, прочее. Есть на выставке и продукты, которые среднестатистический человек отвратительными не назовет. Например, свинина. Владелец музея, большой мясоед, долго упирался... Ничего не знаю, пил кофе этого лювак, как сказали. Лувак. На Бали его называют. Обычный нормальный кофе. Ну да. Куница выкакала эти зерна. Ну, крепкий кофе. Ну и запустить в обществе диалог о том, что мы считаем отвратительным и почему. По его словам, человечество не сможет вечно продолжать есть мясо, поскольку его производство экологически и экономически неэффективно. В отличие от выращивания насекомых, которых большинство пока избегает именно из чувства отвращения. В качестве примера эволюции предпочтений создатели музея называют лобстера. В 17 веке заключенных запрещалось кормить лобстером чаще, чем 2 раза в неделю. Это считалось бесчеловечным. А теперь это дорогой деликатес. Каждый экспонат на выставке можно понюхать, а некоторые даже попробовать. Есть и фотобудка, где можно сфотографироваться в момент первого знакомства со смрадом Сюрстрёминга. Если же какой-то из экспонатов вызовет у вас тошноту, не беспокойтесь. Билеты на выставку оформлены в виде пакета. Такие вот пирожки с котятами. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Позаботьтесь о своих глазах. Высокоточная диагностика зрения и профессиональный подбор очков в салоне марочной оптики на Шарской 14. 419-54-78. Доверяйте профессионалам. О, да! Ваша точечная и доступная реклама на цифровых мониторах от 20 рублей в день. Компания «Порт Медиа». Ваша реклама в движении. Подробности по телефону 216-26-27 или на сайте portmedia.ru. Не думали, что вам сказать. Мы просто делаем все. От визиток до любой наружной рекламы. Собственное производство. Цены, СНДС, типография бумаги. Типография с полной возможностью. Телефон 411-55-22. Телефон коммерческой службы бизнеса. Да, Нижний Новгород. 220-52-92. Компания и корпорация. В студии Денис Кудряшов. Здравствуйте. Слияние и поглощение. Компании «Сиборг» и «СГ-Транс» создали совместное предприятие нефтехимической транспортной компании. Ей, сообщает «Коммерсант», будет передано свыше 4000 цистерн для сжиженных углеводородных газов и других продуктов газопереработки. СП, в которую на условиях аренды войдет часть парка «СГ-Транса», будет распоряжаться парком на условиях лизинга и аренды. Основным клиентом будет «Сиборг», однако предприятие будет обслуживать и третьи стороны. Для корпорации, по мнению участников рынка, это правильный ход, обусловленный желанием вывести из баланса холдинга транспортные активы при гарантии вывоза продукции. Отчеты и планы. Осенью 2018 года низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», предлагает самые низкие цены на внутрироссийские и международные рейсы.
исследования, проведенного у вас внутри по версии крыши сервиса путешествий. Аналитики считают, что предлагаемые победы цены более чем в 2 раза ниже, чем у других перевозчиков. Минимальный тариф компании составляет всего 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. При этом победа не просто предлагает самые доступные тарифы на рынке, но и в целом оказывает влияние на снижение среднего чека у других перевозчиков на конкурентных маршрутах в среднем на 20%. Саудия Рамка, крупнейшая в мире компания по добыче запасов нефти, открывает углубление Марокко и исследовательский центр. В августе, сообщает ТАСС, было подписано соглашение, согласно которому будут проводиться совместные исследования в области добычи нефти и газа, усовершенствование методов изучения месторождений, сбора и анализа данных. На базе центра будут работать лаборатории, организовываться симпозиумы, воркшопы и конференции. Новости компании корпорации каждые полчаса. Держитесь курса. Точное московское время. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Все готово и на случай договоренности, и на случай крайних мер. Премьер Медведев пообещал до конца недели ввести заградительные пошлины, если сегодня не удастся договориться с нефтяниками о стабилизации. Справа ЦУМ. В Роскосмосе рассказали, почему упал «Союз». Причиной аварии стал датчик разделения ступеней. Между тем стало известно, что для нового запуска «Союза» все-таки нашелся страховщик. После аварии страховать никто не хотел. Российские миллионеры по-прежнему предпочитают держать средства в валюте и за границей, при том, что в России ставки выше и риска санкций нет. Почему же так происходит? В Сбербанк, как на почту, банк установит терминалы для выдачи посылок из интернет-магазинов. Сначала в Москве и Петербурге. Что даст банку этот бизнес? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ», а прямо сейчас программа «Капитал». Открывать собираешься там ворота свои или нет? В студии уже Алексей Завьялов. Лёшка, какие новости? Добрый вечер всем. Ну вот открылись торги в Нью-Йорке. Замечательно открылись. Наблюдаем мы продолжение роста. И впереди планеты всей сектор высоких технологий. Недавно корректировался. Ну не то, что корректировался. Было такое небольшое давление на него, но... Сейчас наоборот, в общем, страх все-таки уходит, жадность побеждает страх, и изрядно подешевевшие бумаги покупают игроки, на 2% растет, даже 2% с четверти добавляет индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входят не 100 крупнейших корпораций, если брать совокупный индекс широкого рынка S&P 500, то процент с четверти прибавляет, все хорошо складывается на биржах Западной Европы, рост наблюдается и на московской бирже. Биржа индекс РПС процент 0,2 добавляет, индекс московской биржи процент и... О, Господи, сколько мест для инвалидов? Инвалидов столько нету. Что происходит в Нью-Йорке, никем. Сколько мест им выделили? Перед выборами в США, хотя по-разному оценят ситуацию игроки, но большинство рынка уверено в том, что все-таки демократы способны... Давай, дружище. Давай, смелее. Дай с дороги-то уехать. Дальше рассуждают игроки, что же будет в таком случае. Ну, здесь почти однозначно все уверены в том, что если демократов будет большинство в Конгрессе, то, соответственно, первоначальная реакция на валютном рынке будет против американского доллара, но вроде как сильное давление на доллар никто не ждет. Здесь не проеду. Конечно, не будет какой-то политической неопределенности за счет того, что демократов в Конгрессе будет больше. Ну и, соответственно, ожидают некое давление на фондовый рынок в таком случае и ожидают улучшения ситуации на рынке облигаций, то есть снижения доходности. Если, естественно, республиканцы не будут в большинстве, то все будет наоборот. Здесь и доллар, вероятно, вырастет, и фондовый рынок должен вырасти, и должны вырасти доходности на американские облигации. Вот такие пока предпочтения у рынка. Но доллар, кстати, это место инвалидов. Спокойно торговался рынок до открытия торгов в Нью-Йорке, и сейчас евро устремился вниз, и торгуется пара, но уже вблизи значения 1.13. Будешь вставать, дружище? 15. Выступал сегодня один из представителей ЕЦБ. Вставай, я не буду инвалидское занимать.
Европейского центрального банка, он подтвердил, регулятор подтвердит немедленно завершить программу, ожидает новых программ в активах в декабре, несмотря на возможное понижение экономических прогнозов. Ну, это говорит, понижение прогнозов, но говорит, что это будет понижение незначительное. Не выезжаете? И говорит о том, что... Не выезжаете? Дальше некуда. Сдаем назад. Сегодня, помимо всего прочего, падает так называемый высококонтурный валют американского доллара. В этом контексте тенденции торговли, учитывая, что доллар все-таки усиливает свои позиции в мире, и рубль немножко усиливает, 55 привозит для количества сейчас доллар в США. И мне сегодня такой день аукционов очередной. Здесь одни инвалидские. А, вон выезжает. Джип-парь. Один выехал, две машины будем поместиться сейчас. Так.
Алло. Да, Кристина, добрый вечер. Да. Так, ЖД Республика, торговый центр. Это сколько ориентировочно? Ну, посмотреть ТО. Пробег 51-825. Так, 14 сентября 2018 года. Пройдено. Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2019» на 4 позиции, заняла 31 место. Об этом на заседании правительства сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Пресс-служба правительства России сообщает, что Орешкин отметил лучшие качества работы в этом году в разделе получения государственного строительства. Как подчеркнул глава Минэкономразвития, Россия поднялась на 48 место в этом году, ранее 115. Yeah.
и на случай договоренности, и на случай крайних мер. Премьер-министр пообещал до конца недели ввести заграничные пошлины, если сегодня не удастся договориться с нефтяниками о стабилизации цен. В Роскосмосе рассказали, почему упал союз. Причина аварии стал датчик разделения ступеней. Между тем, стало известно, что для нового запуска союза все-таки нашелся...
положение определено. Выбросить всю воду. Ага. Так, машина ведет себя хорошо. Находится на лейте. Желательно переобуть в ближайшее время. ТО посмотрел, проходило на 50 373 километра. Сейчас 51 800. Ну вот 800 я только пробежал. То есть, пробежал. В общем, она 1800 тоже... только он проехал. То есть да, еще... то есть на 60... 7200 6400. Ну, на 60 тысячах можно, да, подавать заявку и проходить. ОСАГО, СТС. Так, сейчас я посмотрю, что мне сказали, да, что мне надо проверять. Так, ТС-ка нашла, страховой нашла. Так, две пары ключей. Один здесь, вот он. Угу. Один, вот он. Так, да, зимняя резина. В багажнике. В багажнике, там огнетушитель, аптечка. Все там, в наборе автомобилиста под колесами. Так, да. А вот можно прям по этому, если у вас то же самое. У меня вообще записки сумасшедших просто. Госномер, сколько топлива осталось, пробег, при котором передаю 51 825, на одометре. Вам передаю, Нижний Новгород, сегодняшняя дата, серебристый Toyota Corolla. Второй комплект шин в багажнике, Tiger, 205-55-16. На машине тоже 205-55-16. Запасное колесо, ну, в багажнике, колесные колпаки на машине, магнитола, домкрат, огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, все в багажнике, коврики, полис ОСАГО. Свидетельство о регистрации. Вот. Да. Угу. Два экземпляра ключа. Из повреждений мелкие царапины на двери слева, но вообще на самом деле на задней двери, но указали и на передней, и на задней. Ну, на передней я не нашел. Я принимал ее с повреждениями в Ижевске, там отметили, так и я также отметил. И не горит правый ходовой огонь. Ну, это сейчас выйдем, посмотрим. Uh-huh. Два идентичных. Один у меня, один у вас остается. Uh-huh. Ну, это, собственно, то же самое, что я принимал в Ижевске. Все то же самое. Не горит правый ходовой огонь. Мелкие царапины на двери слева. Все остальное то же самое. Все, поняла. Можем осмотреть сам автомобиль. СТС-ку... Вот эту штучку. Вот это, давайте... СТС-ку с собой. СТС-ку с собой. Полис ОСАГО, вот это вот. Полис ОСАГО можно оставлять в машине. Uh-huh. СТС-ку оставлять нельзя, потому что в случае угона не будет являться страховым случаем. Даже так? Да. Так, это сейчас подпишите, как осмотрим. Да, хорошо. Дверь еще аккуратно открыть. Банки от 12% годовых на срок 5 лет по программе «Честный».
Если машина, если зажигание, она не блокируется, то есть центральный замок вот это вот как? Я так не рискую, я ключ в машине не оставляю, не могу вам в этом процессе с этим подсказать. Если вы вытащите ключ и положите сюда и закроете дверь, дверь закроется. Ага. Через какое-то время, там, я не знаю, минута, две минуты, она закрывается. Все поняла. А вы до этого в какой-то другой фармацевтической компании работали? Да. А в какой, если не секрет? Датхим. Вряд ли знаете. Да, не знаю. Знаю, многие знают. Санофи, Кьези, Астеллос. Нет, я работала в маленькой тухленькой компании. Ездила на своей машине, убила ее. Всевозможным образом. Так, я расписываюсь вот здесь. Да, подпись и расшифровка. А что вы делаете? Договоры заключаете, там, рекламки, буклетики? Или нет, с врачами. Именно медикаменты? По препаратам с врачами. То есть конференции, ну то есть по сути дела информирование врачей. Ну а по поставкам самих медикаментов не вы занимаетесь? Иногда и мы. То есть дистрибьюторами именно не мы, а вот как от дистрибьютора с аптеками, то это уже мы. Ну я так, чисто этот. Интерес. Интерес, да, никакого умысла, просто интерес. Так, вроде я все, что сказали, проверила. Ну, можете со своим списком сверить, я пока вот соберу это мое, это я оставлять. А это вот, это ваше? Да, да. Ага. Так, ТС я взяла, страховка здесь, две пары ключей, одна тут, одна тут. Так, коврики, колбаки, стоп-сигнал и запаска. Все проверили. Что за стоп-сигналы? Стоп-сигнал, это вот должно быть в этом, треугольничек вот этот. А, знак аварийной остановки. Да, 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 да.
Так, ну а тут по кнопочкам там есть эта книжечка, да, если что? Могу вкратце быстро все рассказать. Время у меня есть. Это просто включена пассажирская подушка безопасности. Угу. Она каким-то способом отключается, по-моему, при открытой двери. То ли там где-то сбоку должен быть переключатель, то ли бардачок открываешь где-то сбоку. То есть это, в общем, не надо на ней? Нет, это не трогайте. Это отключается только в случае, если маленького ребенка возят на переднем сиденье, чтобы подушка безопасности более... Магнитола все элементарно, аварийка, управление, куда воздух дует, мощность, кондиционер, теплее, холоднее, коробка, она на автомате ездит, да? Да. Коробка, автомат, да, это все стандартно, спорт режим, один раз всего лишь воспользовался на трассе. Да ладно, он есть. Да, но супер. Как она реветь ревет, не, ну конечно порезвее становится. А здесь 1,6? Да, 1,6. Слева этот переключение на левое зеркало и на правое зеркало. Угу. И ниже само зеркало регулировать. Вверх-вниз, влево-вправо, да. Рядом регулировка света фар. Куда? Вверх, вниз, посередине, чтобы фары светили. Насколько я знаю, этим нельзя баловаться. Нет, ничего страшного. Просто очень многие отрегулируют так, что они светят не туда, не на дорогу, а в глаза. Поэтому обычно говорят, что поставили. Я думаю, что это не они так отрегулировали, а там либо ДТП какое-то было, это у кого фары вот такие кривые все, где одна нормально светит, другая. Ну, свет все элементарно, свет, ходовые огни, ближний свет, дальний свет, задние противотуманные. Вот мультируль не знаю, не пользовался. Нет, не работает. Не работает. Это, наверное... USB iPhone не читает. Может быть, флешку читает, но iPhone не читает. А этот, как его, шнур-то этот? Как, какой? AUX? AUX, да. Ну, да, да, здесь, ну, самого шнура нету. Ну, у меня он есть. А, ну, ты должен без проблем тогда. И вот, может, подогрев работает вот эта штука. Да, подогрев сидений мощнее, слабее, ну, посередине выключен. А что у вас за штучку такая? Ну, это просто разветвитель на несколько этих все, понятно. Прикуривателей. Очень мило. Самое главное, привыкли. Так, все, быстро. К такому кораблю я имею в виду привыкнуть. Парктроников жалко нету. На седанах не ездила, потому что у меня либо что-то маленькое, либо что-то большое. Вот парктроники бы лишними не были, пока привыкаешь к автомобилю. Скажите, а где вторая платформа? Здесь? Первый поворот. Спасибо.
часов 6 минут будет подан под посадку на 6-й путь, платформа номер 2. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Благодарим за внимание. Dear passengers, to St. Petersburg, departing at 19:06. Will be made available for boarding at track 6. Carriage numbering starts at the head of the train. Thank you for your attention. Положение определено. Отправится в 18:38. С пятого пути, с московской стороны, платформа номер 3. Электропоезд проследует со всеми остановками, кроме Выбылова, Убежицы, 50-й километр. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд с сообщением Нижний Новгород, Керженец, отправлением 18:47 будет подан под посадку на 8-й путь. Платформа номер 2. Пригородный электропоезд с сообщением Нижний Новгород, Керженец, отправлением 18:47 будет подан под посадку на 8-й путь. Платформа номер 2. Электропоезд проследует со всеми остановками, кроме 506-й километр. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд с сообщением Нижний Новгород, Маховые горы отправится в 18:35 с 13-го пути с Кировской стороны, платформа номер 4. Пригородный электропоезд с сообщением Нижний Новгород, Маховые горы отправится в 18:35 с 13-го пути с Кировской стороны. Платформа номер 4. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, в целях предупреждения возможности проведения террористических актов, а также для вашей безопасности, на вокзале установлены элемент установки металлодетектора проходного типа. Просим вас с пониманием относиться к прохождению процедуры входного контроля, а также заранее прибывать на вокзал и на рейсы. Dear passengers, due to intensified anti-terror security baggage and hand luggage screening, there may be a delay at railway station entrances. Therefore, we ask you to arrive at the station in advance and please be patient during the security procedure. Thank you for your understanding. Thank you.